Сербская леди, загадочная женщина, танцующая на безлюдных улицах Белграда. Всем привет, с вами королева мистики, меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня я расскажу вам историю о сербской леди, а точнее то, что я нарыла в интернете про это мистическое существо, а точнее даже неизвестно, что это существо. Живое оно, или это просто женщина, одержимая демонами, которая по ночам танцует на улицах разных городов. А перед началом, ребята, я попрошу вас подписаться на мой канал, ведь только на моем канале вы увидите самые страшные, самые мистические видео. Ну а сейчас погнали! Вот что вы думаете делать, если вы видите такое? А вот проживающие в Сербии, это довольно знакомо. Это сербская леди, которая стала довольно популярной в Сербии за последний год. Это женщина, которая выходит ночью на улицу и начинает танцевать. И если подойти и заговорить с ней, или же просто крикнуть ей что-то, она обернется и побежит за вами со своим ножом. Я расставила по своему дому множество скрытых камер и перед началом видео провела необычный обряд, который нельзя показывать на YouTube. При помощи этого обряда сербская леди должна появиться на моем участке в моем доме. Скрытые интерактивные камеры, подключенные к умному дому, находятся по всей территории моего участка. Вы увидите все своими глазами, пока я буду рассказывать вам историю о сербской леди. Не пропустите, возможно, где-то на одной из моих спрятанных камер вы увидите реальную сербскую леди. Все началось с того, что одна из моих подписчиц прислала мне номер телефона и написала, что это номер сербской леди. «Не может быть», — ответила я. Она очень-очень сильно убеждала меня в том, что это действительно номер сербской леди, и я решилась написать ей. Но не просто написать, а написать сербской леди в 3 часа ночи. Это заветное число для тех, кто не знает, является воистину мистическим, потому что именно в это время все умершие души пытаются проникнуть в наш мир. И если кто-то им поможет, они могут успешно пробраться к нам. Итак, на часах 3 часа ночи, и я читаю переписку, которую я провела сербской леди в это время. Вы ужаснетесь от услышанного, поэтому слабонервным я прошу отойти от экрана. Сегодня мы увидим настоящую мистику. То, что вы нигде и ни на каком канале не увидите. Итак, я пишу сербской леди. «Привет, ты правда сербская леди?» Я долго ждала ответа, более 40 минут, как вдруг. «Да, что тебе нужно?» «Я хотела бы уточнить, ты действительно танцующая женщина на улицах Сербии?» «Да, это я. Я хотела бы узнать, а есть такая возможность, что ты можешь появиться на улицах моего города?» «Да, я могу телепортироваться. Я бы хотела убедиться в этом, потому что мне кажется, что ты не настоящая. Сейчас ты это узнаешь». Это была вся переписка сербской леди. И после чего
Я пошла спать, ведь я не поверила во всю эту ерунду, то, что она придет ко мне в дом. Но то, что я увидела после того, как я просмотрела скрытые камеры, которые вы видели на протяжении всего видео, утром я решила проверить, что произошло на самом деле в ту ночь. Итак, ребята, смотрите, сейчас я подхожу, а там, где я видела сербскую леди, к этому месту. Господи, боже мой, посмотрите на это! Посмотрите, крышка унитаза открылась. Что это было? Она вся в крови. Господи, сербская леди точно была где-то здесь. И я сейчас ее абсолютно точно ощущаю. Она где-то здесь. Но днем она не может появиться. Днем я не могу ее видеть. Я могу видеть ее только ночью. Но я ее чувствую, ребята. Это просто жесть. Действительно, это реально был телефон сербской леди. Я думаю, что нам нужно продолжить с ней переписку, потому как я хотела бы заснять ее в реальной жизни не только на скрытые камеры, но и непосредственно на свою камеру. Ребята, история сербской леди действительно существует еще с 22 сентября 2019 года. Новости портала Serbia Janes опубликовала заметку, в которой говорилось о том, что группа подростков сняла на видео женщину, облаченную в нарядное платье, возможно, даже традиционное, которая исполняла странный танец на одной из малолюдных улиц Белграда. Уже тогда СМИ начали трубить, что женщина представляет опасность для общества. Именно они растиражили версию, гласящую, что если откликнуть женщину или помешать ей танцевать, то странная танцовщица кинется с ножом на окликнувшего его бедолагу. На самой же записи видно, что в руках женщины ничего нет, а возраст героини по внешнему виду определить сложно. И мы продолжим эту историю, если вы соберете 1000 лайков. С вами была Королева Мистики. Всем пока!